Обзор игрушки от компании Дикки. Машинка называется MagTrack, размер которой равен 46 сантиметров. Давайте откроем, посмотрим, что она умеет. Мы распаковали игрушку, в наборе шел сам MagTrack с прицепом, пульт управления. Батареечки мы уже ставили, давайте попробуем поездить на нем. При движении задним ходом издается характерный звук. При движении вперед в машине загораются передние фары. Прицеп можно прицепить как вручную, так и путем просто дистанционно. Давайте попробуем. В автомобиле в фургоне присутствует специальная кнопка, при нажатии на которую откидывается задняя крышка. Давайте попробуем. Сюда можно загонять машинки размерами 1:24. Управлять машиной достаточно просто. На пульте управления присутствует тумблер вперед-назад, поворот колес справа-влево. Также есть кнопка справа ускорения турбо, и слева это звуковой сигнал. Спасибо, это был обзор игрушечки Дикки. До свидания.